Ульяновский театр юного зрителя вернулся из своих первых зарубежных гастролей. Тур проходил с 8 по 18 октября в трех немецких городах – Мюнхене, Берлине и Дрездене. Актеры небольшого театра представили два спектакля – «Плих и плюх и прочие» в постановке заслуженного артиста Российской Федерации Эдуарда Терехова и «Чехов предложение» режиссера Марины Корневой. Поездка стала частью реализации проекта «Харм Скандинский. Русские корни, немецкий след». Произведение «Плих и плюх» является авторским переводом Даниила Хармса, это произведение Вильгельма Буша, немецкого автора. И выяснилось, в общем, что достаточно много немецких корней в этом спектакле. И вот родился такой проект, который был поддержан Министерством культуры и партийным проектом. И мы отправились на его реализацию. Выступление небольшого театра стало настоящим подарком для поклонников русской литературы. Очень большой актерский опыт и режиссерский мы привезли из Германии, потому что каждый спектакль смотрели не только русскоязычные зрители, но и зрители те, которые любят русскую литературу, русскую культуру, русский театр. И они отмечали большую потребность именно в таких спектаклях, именно в спектаклях русской школы. В поездке нашлось место и деловой программе. Руководители Ульяновского ТЮЗа провели переговоры с немецкими коллегами, в результате которых было налажено творческое партнерство для реализации дальнейших совместных проектов. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.